Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы находимся на коттеджном поселке Морской, где у нас идет стройка полным ходом. На сегодняшний момент мы здесь возводим уже в районе 70 домов. Но я хочу поговорить именно о вот этом доме, который на 110 квадратных метров, выполненный в декоративной штукатурке. Стоит он на земельном участке в 6,5 соток земли. Фасад у данного дома у нас получается 20 метров, длина 32 метра. Фасад у нас выполнен из металлопрофиля, полностью с воротами, с калиткой. А как он выглядит внутри, пойдемте вместе с вами посмотрим. Здесь мы видим, у нас находится септик. Он у нас дренажный, 8-кубовый. Здесь место для машины или даже для нескольких машин, если ее как бы надо клиенту расширить. Мы это можем запросто сделать. Полностью землю мы уже вспахали, приготовили для того, чтобы можно было здесь на ней заниматься. Забор по периметру у нас из евроштакетника. Полностью обработан и смотрится, как вы видите, вроде даже и неплохо. Дом у нас с вами выполнен полностью под фактурой. Это надежная система, полностью уже себя оправдала, не первый год она уже себя проявляет с хорошей стороны. Дом очень теплый, хороший, надежный. Давайте вместе посмотрим, как у нас получился дом с ремонтом уже внутри и какие краски мы подобрали. Давайте рассмотрим планировку этого дома. Размеры дома составляют у нас 7100 на 9100 без учета террасы. На первом этаже располагается одна спальня 15 квадратных метров, кухня-гостиная 38 квадратных метров, прихожая 6 квадратных метров и санузел составляет тоже 6 квадратных метров. Терраса у нас выходит 21 квадратный метр. На втором этаже находятся две спальни 21,8 квадратных метра и 16,5 квадратных метров. Коридор составил 3 квадратных метра и санузел 4 квадратных метра. В каждом нашем стандартном проекте мы устанавливаем теплые полы в трех зонах. Прихожая, санузел, кухня. Также в наших домах имеется центральная вентиляция диаметром 200 мм. Как вы видите, уже в доме у нас установлены радиаторы, полностью сделан ремонт. Внутренняя отделка наших домов выполнена в едином стиле, но также по желанию клиента мы можем выполнить внутреннюю отделку полностью под клиента. Высота скоса в спальне второго этажа составляет 1,2 м. И дом уже готов для того, чтобы в него можно было уже заселяться.
Это был обзор дома 110 квадратных метров. На сегодняшний момент у нас в Морском есть и другие квадратуры домов, и полностью они могут быть под фактурой, под кирпичом. Если вам интересно данное видео, вы поставьте лайк. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете писать на видео ниже под видео, мы обязательно на них ответим. Также интересующие дома и планировки, и цены, вы можете звонить нам в отдел продаж, мы обязательно на них ответим. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч! Редактор